Ну давайте попробуем еще раз туда, конечно, кинуть. Конечно. Это она, ребят, это она. Друзья, всем привет! Сейчас раннее утро, и я уже на водоеме. Да, решила снова приехать пораньше на утренний клев, и уже сейчас будем пробовать рыбачить. Спиннинг я уже собрал. Сегодня у меня, как обычно, микроджиговый комплект. Будем пробовать ловить окуньков, но также надеюсь, что повезет и удастся поймать щучку. Может даже не одну. Прошлые рыбалки, так сказать, были у меня небольшие бонусы в виде щук, поэтому все шансы, думаю, у меня есть. Так, теперь что у нас по приманкам? На прошлой рыбалке у меня очень хорошо стрельнула вот эта белая приманка Living Lures Vibrobalast 2 дюйма. Но, к сожалению, вот осталась одна. Ну, скажем так, это будет у нас НЗ. Ну, там крючок маленько другой стоит. В общем, ну, сегодня, значит, что-то будем другое пробовать. Есть у меня другие цвета, тоже Vibrobalast. Это вот есть побольше, 2,5 дюйма, есть 2 дюйма. Такие вот. Есть еще вот такая Leony Tail 2 дюйма. Какая-то вот новая приманка. Я на такую не пробовал еще рыбачить. Ну давайте начнем, наверное, по классике. Возьмем Vibrobalast 2 дюйма. Ну вот в таком вот оранжевом цвете. Попробуем сначала ее. Посмотрим, как у нас там окунь будет отзываться. Ну дальше посмотрим. Попробуем, может, и что-нибудь побольше поставить. Вот такая вот получилась приманка. Ну, цвет, правда, мне как-то снова не совсем мой. Но посмотрим, как я уже говорил, как мы уже выяснили с вами. Те приманки, на которые меньше всего ставишь, довольно неплохо бывает выстреливают. Как с белым цветом у меня получилось. Поэтому о результатах говорить пока рано. Груз у меня 4 грамма стоит. Заканчивается уже шнур. Маленько я тут подмотал бекинга. Но еще на несколько рыбалок хватит. Но надо будет, конечно, наверное, приобретать новый. Потому что у меня 0,4 больше нет. Есть 0,6. Но 0,6 для микроджига как бы толстоватый. Особенно если для окуньков. Так, ну и по традиции у нас первая проводка. Будет ли у нас поклевка? В прошлый раз была. Да, ну сегодня, конечно, ветерок сами видите. Пока еще не сильный, но уже волна уже качает, болтает. Что, конечно, негативно сказывается на комфорте рыбалки. Ну, посмотрим, может, на клеве это как-то лучше отразится. Угу. Ну и на первой проводке у нас ничего не последовало. Ну, как говорится, где первая, там и вторая. Рыбаки тоже присутствуют, но вроде как не так много. Так, ребят, ну что, была первая небольшая поклевка окуневая, скорее всего. Ну, значит, у нас все не так плохо. Есть, ребята, наконец-то. Слушайте, первая, ну не первая, точнее вторая получается поклевка, и что-то даже, слушайте, более-менее размерчик сопротивляемый.
хорошо так ударил, прям бабах. Ребят, щука, о, слушайте, вроде небольшая, так глазиком одним посмотрел, но что-то даже сопротивляется. Ну, а что там, шнурок? Бойки, слушайте, какой-то шнурочек-то. Ну как? Ну не шнурок, такая. Около килограммчика. Да что ты такая? Какая-то бойка-то. О, да не, ребят, хорошая щука. О, фу. О, не, ребят, нормальная щука, хорошая, не зря она так барахталась. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, тихо, тихо. А-а-а. О, тихо, тихо. Слушайте, да, хорошая, зачетная щука. Как-то я здесь еще снаружи умудрился просечь. О, слушайте, рабочая тоже приманка. Ну и вот такая вот неплохая, самая едовая щучка попалась. И причем самая первая рыбеха. Так, ладно, отпускаем ее. Эх, давай беги, дорогая. Ну что, отличное начало. Да, немножко пришлось покидать впустую. Я уже стал немножко нервничать. Уже думаю, блин, что-то приманка. Ну, мне цвет какой-то не совсем этот понравился. Я думаю, что-то может приманка не та, цвет другой. Кидаю, кидаю. Что-то вот одна какая-то куневая поклевка была, и все. И потом как бубух, такой двойной удар. Ну и сами видели, то есть хорошая такая тяжесть и взрослое такое сопротивление. Прям вот эта что-то щучка неплохо так посопротивлялась и прям доставила хорошего такого адреналина и воодушевила в сегодняшний день. Давайте продолжать. Хорошо начал. Начал даже щуки, что довольно удивительно. Все-таки здесь на маленькие приманки чаще берет окунь, то есть, ну, окуня как бы всегда, как правило, больше. А тут у нас была первая щука. И всего лишь на 2-дюймовую резинку. Есть такие, конечно, у меня мысли все-таки увеличить приманку, но вот не знаю, стоит ли. Как бы вроде, видите, и так берет щука, но может получше, может начнет брать. Но с окунем мы, конечно, попрощаемся. Ну, с частью, скажем так, окуня. Ну, посмотрим, ладно. Кстати, вот в прошлом году, когда я здесь рыбачил, мне не удавалось таких щук половить, то есть на микроджиг. Я здесь как делал? Брал с собой 2 спиннинга и вот рыбачил на микроджиг. Клевали в основном окуньки. Изредка что-то там пару шнурков, там грамм, может, 300-400 брало на резинку и все. Ну и что, ребят, что-то как-то все печальненько. Почему-то окунь вообще не клюет. Какая-то вот была
в начале одна потычка окуня, и все. Больше ни потычки, ничего, не клюет, нифига. Что-то как-то не очень мне это нравится. То ли он не хочет клевать, то ли я никак найти его не могу, то ли ему приманка, может, цвет не нравится. Что такое-то? Ну, прям совсем никак не могу найти. Щука, ладно, тут может дура, может как-то что-то повезло. А вот окунь-то где? Прошлой рыбалки, ну да, клевал не часто, но клевал. Были какие-то хотя бы потычки, подсаживался очень часто. Сейчас, слушайте, вообще нифига. Ё-моё, дождь пошел. Это что за дела? Я вообще никак не подготовился. Ну, ё-моё. Такую вот может поставить лимонную кислоту. Это тоже у нас получается вибробласт, только он у нас 2.5 дюйма. Так, ну что, если он на мой же тот крючок, ну как бы маловато, но чисто ради эксперимента можно и с этим попробовать. Приманка яркая. Должна рыба заметить-то уж. Ну и что-то опять начинает капать. Ну и где этот клев под дождем? В дождь рыба лучше клюет. В пасмурную погоду на озерах лучше клюет. С утра отличный клев. Сейчас как ударит, как ударит. Да ладно. Да вы что? Да неужто? В дождь клевать вдруг стало. Да как это? Да окунь. Да не может быть. Да правда, что ли? Не может быть, вы только посмотрите, а? Вы только на него посмотрите. А. Наконец-то. Опять тоже какой-то оборванец. Ну, попался на резинку 2,5 дюйма. Ну, такой... более-менее даже съедобный. Фу, я уже тут начинаю думать, как домой сваливать, а он тут начал клевать. Да, ну и вот что-то дождик вроде прекратился и снова опять зарядил. Блин, ну вот дождь-то совсем не обещали. Я уже, ну, не насквозь сырой, но уже так подпромок, скажем так. Как мало для счастья надо всего-то, чтобы дождик перестал капать. Ну и ветер успокоился, сразу уже штиль такой присутствует. Осталось только с клювом разобраться, а точнее в его отсутствии. Так, ну что, ребят, в общем, активно я перемещаюсь. Уже он, как видите, добрался к прибрежной зоне. Ну вот, вторая проводка и щучка у нас здесь. Ага, что у нас сегодня щучий день? Да, тоже неплохая, смотрите. Вполне поменьше, конечно, предыдущей, но тоже ничего. Опа! Ну вот,
И снова получилось обрыбиться. Так, тут у нас щупакабрик поменьше. И снова как-то я тут снаружи его зацепил. Так. Значит, наверное, он и кусал у меня приманку-то до этого. Сегодня у всех амнистия. Пощёль, пощёль, пощёль. Наконец, ребят, удалось снова ощутить поклевку, и клюнула вот такая небольшая щучка. Ну вот, как я сказал, переместился я, решил, уже в береговую зону, и вот тут на втором-третьем забросе удалось поймать. Так, ну давайте продолжать. Погодка вроде начинает улучшаться, солнышко выглянуло, точнее еще пытается только выглядывать. Но как бы и вроде я не сильно-то успел промокнуть. Хотя, конечно, дискомфорта доставила такая погодка. Ну вот, кстати, что касаемо таких вот шнурков, вот они здесь как раз вроде и около береговой зоны-то и присутствуют, и вот их частенько тут троллингисты вдоль берега ходят, ну и как бы ловят в основном. Попадаются, конечно, экземпляры получше. Но вот мне как-то кажется, что вот все же здесь в основном вот такие вот. Ну, посмотрим сейчас. Как говорится, время покажет. Слушайте, ребят, вот я, кажется, нашел ключик. И снова щука. Буквально вот пару оборотов успел сделать. И там он возле травы стояла. Ну, такая же, наверное. Ну, уже приятно. После такого-то простоя. Слушайте, это даже вроде поболее. Немного. Пора уже под сак собранным. Ух ты, ух ты. А вот тут у лодки начинает. А, не, небольшая. Ну да, я и говорю. Здесь, как правило, такие вот небольшие щупакабрики. И зачем ты так заглотил? Мне интересно. Наконец-то, спустя столько лет рыбалки, я приобрел себе, ребят, зев. Так, ну все, давай. Топай. Так, ну что, теория моя пока работает. Как я и говорил, ну, здесь в траве щука есть, но, к сожалению, она тут не сильно больших размеров. Ну, посмотрим, сейчас попробуем что покидать. В принципе, если будет хорошо брать, ну, почему бы и нет. Машкара еще стала долбить. Ага, ну это, наверное, окунишка тут теребонькал уже в лодке. Опа, да-да-да-да-да, вот и щучка. Ага, а небольшой шнурок. Да, вот здесь стоит. Вот гаденыш-то сошел. Паразит такой. Главное, шел-шел на меня. И все, и в итоге сошел. Ну, такое тоже, как предыдущие там, плюс-минус. Похожий был шнурок. Опа. Ох, да ё-моё. Тоже была щука.
Вот где вся рыба-то. Так-то крючок, может, конечно, побольше стоило бы поставить. Ребят, да вы что творится-то? Опять поклевка, опять хороший, мощный такой ударчик. Что вообще происходит? Это я что тут, щук нашел, что ли? Так. Прям уже какой, тут же вон. Одна за одной поклевки. И удары такие неплохие, но не засекается. Крючок, что ли, побольше взять? Так, вот. Оптимальный нашел крючок. Двоечка у нас будет. Вот самое то должно быть. Во. Прям удары за ударом. Бах, в одно место. Три подряд, можно сказать, поклевки было. Так. Я отошел от травы маленько. Сейчас меня ветерком туда плавно будет к берегу прибивать. Ну, а мы будем обкидывать. Ага. Блин, опять пытался. О, ребята, нифига себе, я думал, там что-то вообще крупное, как она посопротивлялась-то, а? Аж выпрыгнула, ничего себе, пошел, в общем, дальше, и, о, слушайте, бойкая мадама, ух, какая. Пошел дальше, и вот тоже первый заброс на новом месте. Сразу, о, ничего она тут. Прям. Не, неплохая. Слушайте, вполне даже неплохая. Опа. Ну вот это уже такая здесь, можно сказать, едовая. Эх. Все, отцепилась. Молодец. Но это уже поболее. Это уже такая неплохая. Давай. Какая ты молодец. Так, не зря я тут, оказывается, решил возле берега порыбачить. Прям неплохо так дает результат. Ну и у нас тут новый цвет снова в моде, как говорится. Так, ну и что, меня тут к берегу давай прибивать. Тут, конечно, глубина совсем небольшая, буквально, ну, полметра уже. Ага. И смотрите, была поклевка. Но несмотря на это, даже отсутствие у нас фазы падения, можно сказать, у приманки во время проводки, щука берет. Я вам скажу, да очень хорошо берет, довольно активная. Да ё-моё, ребят, что творится-то, а? Что творится? Берут. Сейчас, правда, без поклевки. О, да окунь, что ли. Наконец-то. Я и думаю, там настолько окуни же могут подсаживаться, ничего не говоря никому. Опа, слушайте, ну и неплохой.
окунишка попался. Вот. И окунь, оказывается, тоже клюет сегодня. Так, ну это мне начинает нравиться. Но я уже к щучкам привык. Щучки прям атакуют очень жадно. Прям эти удары бум-бум. О, ну вот, ребят, и долгожданный срез небольшого шнурка. Причем срезал-то выше, где перетерто было. Да, ну да ладно. Так, погодка у нас вроде налаживается, потеплело, солнце вроде что-то даже маленько начинает светить. Ну а рыбка вроде как даже клюет. Поэтому настроение уже довольно приподнятое у меня. Ну и сейчас, наверное, будем пробовать где-то вот так в траве вдоль береговой зоны обкидывать. Раз щука вроде как бы сегодня у нас здесь стоит, здесь берет. Не будем тогда менять правила игры. Да-да-да. Шнур ее тут как тут. Ну, это на сегодня самый мелкий. Вот какой. Малютка. О, все, давай, беги. Есть. Ну что там у нас? Снова щупакабрик. Небольшой должен быть. Да нет, слушайте, даже не такой уж и щупакабрик. Опа, вполне. Ух ты! Ну, почти совершеннолетняя щучка у нас. Эх. Ну, все. Не крутись. Все, давай. Идеальная формула выявлена. Окунь у нас на белой приманке, а щука у нас на салатовый, ядовитый, лимонный, кислотный, называйте как хотите. Отлично вообще берет. Слушайте, я прям не хочу, конечно, сглазить. Хотя окуней, кажется, сглазил в прошлый раз, когда сказал, что по окуням я оторвался. Но с щуками тут, слушайте, прям нормально. Да опять было. В принципе, ну по поклевкам прям очень неплохо. Конечно, поклевок, конечно, много, но в принципе и количество пойманных рыб уже очень радует. Не на каждой рыбалке так удается. Прям скучать вообще не приходится. О, ребят, есть. Слушайте, ну что-то вроде даже бодренькое. Неплохо, неплохо, да. О. Так, у нас тут еще трава. У нас везде здесь трава. Нам быстро вы бы выйти. О, слушайте, там хорошее, по-моему, что-то. Блин, а в траву сейчас пойдет. Надо как-то из травы выходить отсюда.
хорошая. Хорошая, хорошая. Ай, сейчас в траву зайдет. Она уже, по-моему, там в траве, конечно. Давай, давай, давай сюда. Сюда, сюда. Так. О, резинку мою выплюнула. Резинку мою выплюнула. О! Фу, отлично, отличная щука. Фу. Вот это хорошая. Слушайте, это хорошая жирненькая щучка. Во. Ну какая, а? Вот тоже этот снаружи. За кубешку. Слушайте, хорошая. Блин, ну бойкая оказалась щучка-то. Прям, прям хорошо посопротивлялась-то. Ну какая. Хорошая, хорошая. Прям, блин, прям, прям слов нет, если честно. Очень она мне понравилась. Ну все, давай, беги. Ну это просто пушка, ребят, я вам скажу. На моей памяти немного таких рыбалок было щучьих. Были, но точно не здесь. И я уже прям, можно сказать, оторвался по щуке и по щучьим поклевкам. Поклевок прям, ну, в 2-3 раза больше, чем реализация. Фух, это чистый кайф, реально. Вот это самое то, это вот, фух, на микроджиг такие щучки прям классно. Шнур 0,4, тоненький. Спиннинг, фух, только так гнет. По ощущениям там, конечно, непередаваемые. Я понимаю, что на камеру вам кажется, что это небольшая щука. Да, я и сам, когда смотрю потом уже на мониторе, да, кажется намного меньше. Но в реале она больше, но, а по ощущениям на палку до 7 грамм, это, конечно, в разы еще круче. А ведь я думал, что ничего хорошего из этого не выйдет, что придется ехать домой. Я уже практически был настроен, чтобы свалить. Еще бы чуть-чуть бы я бы под дождем бы промок, я бы точно бы свалил. Вы представляете, что бы я потерял? Так, ну у меня уже план созрел на следующую рыбалку, где мы будем ловить. Я думаю, вы уже тоже поняли, что можно будет еще уделить внимание ловле вот, ну, в такой вот травянистой местности. Пока еще, как я говорю, оно еще не сильно все заросло. Здесь можно смело джигом рыбачить. Да это ж я вообще, у меня слов нету просто. Сейчас до этого проводил, хорошая такая поклевка была. Ну ладно, думаю, с кем не бывает. Опять туда же кидаю, ну плюс-минус. Блин, такая прям, отдай, ну не удар, а как бы отдай спинки, и все, и слабина прям. Блин, ну чувствуется, что что-то серьезное уже, крупненькое такое. Быстро, оп-оп-оп, и отпустила, все, я... Все. Не успел. Слушайте, поклевок просто море. Ну реально. Да, я же говорю, что я обманывать буду. Но вот это уже что-то небольшое. И поклевка-то такая, конечно. А, мелочь. Щупакабрик. Эх, попался. Ну все, приманку разорвал пополам. Давай, беги. Фу. Так, надо уже записывать, какие приманки на что у меня ловят. А то потом точно забуду. Слушайте, ну это прям, прям топчик. Я, конечно, не могу утверждать, в приманке ли это дело, либо в цвете правильном. И казалось бы, можно было бы
попробовать, поэкспериментировать и поставить что-то другое. Но у меня нет никакого желания рисковать такими поклевками, если честно. Пусть это останется, ну, скажем так, недосказанной историей. Может, дело в приманке, а может и клев хороший. Опа, ну сами же видели. Ну сейчас такая была, слабенькая, конечно, небольшая, но сам факт, это, конечно, очень радует. И тоже он с одного места уже, которое третья поклевка, четвертую, ну, точнее, третью поймал, четвертая поклевка. Есть. Угу. Так, ну что, снова у нас тут небольшой шнурок попался. Давай, наверное, рукой мы даже возьмем его. Вот такой. Тихо, тихо, тихо. Сейчас отпустим. О. Давай, беги. Ну что, продолжаем. Я бы так сказал, не рыбачить, а ловить даже. Потому что, ну, сегодня, я думаю, сами видите. Ну, плюс вы еще не всего видите, потому что поклевок хватает. Опа! Чего тут сейчас было? Подсаживалось, что ли? Сейчас вот не понял. Подобрала, была поклевка, не засеклась, и потом тут же вторая поклевка последовала. Ну уже на изи там он как-то, да, шнурье пошло. Ну и молодец. Ну и хорошая. Фу, ну поклевки, конечно, дикие. Тут ничего не скажешь. Слушайте, если спиннинг был бы человеком, он бы уже сказал: я устал. Сколько можно? Эх. Тихо ты. Спокойно. Сегодня всем амнистия. Да, немножко уже даже, если честно, конечно, поднадоели эти шнурки. Хочется кого-нибудь покрупнее. Ну, хотя бы от килограмма. А в идеале, ну, полторашечка и более. Есть. В
подсела. До этого тоже была поклевка, но, как обычно, успела сойти. Слушайте, ничего такая. Сопротивляется. Ну, такой шнурок, конечно, ну, довольно сильный и приятный. Опа. Опа. Так, аккуратненько мы сейчас тебя... Оп. И тоже он, видите, какой-то он. То ли от сети это, то ли от чего. Он тоже какая-то. Или болеет чем-то, вон какие-то пятна. Непонятно, в общем. Так, ветерок нас несет. В целом даже это где-то и неплохо. Если приноровиться. Пу-пу-пу-пу. Лодки здесь уже. Ух. Ну. Ого. Да ты не такой большой. Ты чё? Ну ты чё? Да вы смотрите. Ну он не такой большой. Это он много на себя берет. Хотя. Не, слушайте. Нормально. Ух, не, в принципе, вполне едовая. Хорошо, приманка яркая, видно, где рыба. О. Смотрите, ну ты сейчас всю рыбу распугаешь мне. Блин, да нет, нормально, ладно. А у нас же телескопический подсак. Так. Активируем. Ну, иди погуляй, чё. Ух ты. Какая она мощная. И непоколебимая. А мы тебя отпустим, что ты переживаешь? Так. О, слушайте, это хорошая. Это зачетная щучка попалась. О! Ну, сейчас начнет прыгать. Фу, жирная какая. Хорошая. О! Ну, ребят, отличная. Вот это самое то. Это самая лучшая щука. О! Ну отлично же. Отлично. О, какая жирная. О! Ну, сами. Сами, все сами. Я ничего не говорю. Спасибо тебе. Давай сегодня. Сегодня всем везет, и мне в том числе. Фу, блин. Я не знаю, что сказать, если честно. Давно у меня такой рыбалки не было, если честно. Даже прошлый год взять, ну, походу даже и в прошлом году не было такой. Ну, чтоб вот по количеству. По количеству поклевок, по количеству пойманной щуки, то есть... Наверное, не было, слушайте. Так, ну а что, здесь думаете, как? Есть кто-нибудь у нас? Ребята! Вот это сейчас был хороший, вот это был рекорд. Слышите? Туда ушла. Это сейчас капец, что было. Короче... Кидаю вот сюда. Там такой просто не удар, а когда вот
большая крупная щука берет, она, как правило, не ударяет, а она просто навсего берет и уходит. Ну и, соответственно, моментально срезает поводок. Это прям было что-то прям что-то какое-то пушечное мясо. Так, ну может мне тогда поставить поводок по-человечески. У меня же есть поводок нормальный, который 0,55. Все равно одну щуку ловим. Так, ну все, нацепил я приманку новую, ту же самую, конечно, но новую. Блин, да, обидно, конечно, обидно, когда лучшие из лучших сходят, даже не показавшись. Хотя непонятно, как будет обиднее, увидеть щуку и упустить ее, или все же упустить, так и не увидев ее. Ну давайте попробуем еще раз туда, конечно, кинуть. Это, конечно, это она, ребят, это она или нет? Ну по ощущениям тоже что-то есть неплохое. Ну по-моему, я не знаю, она, не она. Ну, как будто та была посильнее. Ну и это тоже... Нет, слушайте, это тоже хорошее. Это, ребята, тоже... О, нет, походу, это все-таки она. Вот это да. Вот это голодная щука. Я ее даже не вижу. Я так мельком что-то чутка посмотрел. Слушайте, ну это... Это, по-моему, рекорд на данном водоеме. Ну хотя нет. Ва, в траву. Ё-моё, вот это уже плохо. А вот это уже, ребята, плохо. А вот это она уже здесь в траву стала заходить. О, блин, из травы вышла, в траву зашла. О, хорошая. Подсак. Эх. Активируем подсак. И дома. Фу. Ну, блин, я бы не сказать, что она прям совсем такая большая. Но она очень мощная оказалась. О. О. Она, слушайте, очень мощная. Я не знаю, та ли клевала. Так, ну вроде там в пасти другой приманки, предыдущей точнее, нет. Ну вот и что. О. Так, ну не, вроде там ничего нет. Слушайте, ну и видите, что-то у ней говорю, она какая-то больная, какая, раз еще щука, видите, у ней кровоточит что-то все. Че вот это с ней такое? Видите, у нее какие-то язвы или что? Она вся в язвах. Какая-то больная щука, короче. Ну тоже весь хвост. Фух. Ну все, мы тебя отпускаем. Да, ё-моё. Давай, топай. О. Фу. Ну, кто бы мог подумать, что я ее поймаю. Ну, будем надеяться, что это она. Ну, вы сами все видели. Ну, бодренько. Прям дала адреналинчику, конечно. Я такого не ожидал. Так.
Вот сейчас бы хотелось бы, чтобы кто-нибудь был второй в лодке. Так, а что это у нас тут? Смотрите, вон, тоже укусило. Ого, чуть не оборвал. Вот и все. И нет поводка. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь сейчас на воблеры пробовал рыбачить. Интересно сравнить, как это лучше было бы или нет. Но мне почему-то кажется, воблеры бы проигрывали. Так, ну все, поводок я перевязал. Можно продолжать. Вы смотрите, а? Я вам отвечаю. Ну, когда такое было? А? Когда такое было? Когда было? Все, нету рыбы. А была. Фух. Слушайте, ну... Я уже не знаю, что говорить, что можно вообще сказать. У меня все эпитеты и олицетворения уже закончились. Остались только матерные слова. Ну, хорошие, если такие есть, конечно, которые описывают только положительные эмоции. Снова была атака. Так, где-то тут, по-моему, кто-то плескался. А здесь что у нас за круги на полях? Ух ты! Кто-то хотел, и тоже неплохое что-то было. Да. Хорошее что-то тоже было. И снова добрый вечер. Да. Фу, хотел уже уходить отсюда. Но попалась неплохая мадама. Ладно, активируем. Цак. Все уже вроде отцепилась сама. О, да, и вон, видите, тоже вся в язвах. Такая вот. Ну все, дорогие друзья, на этой оптимистичной ноте я буду заканчивать свою рыбалку. Что можно сказать? Ну, наверное, это не самая лучшая рыбалка, потому что лучшая рыбалка еще будет впереди. Но одна из лучших, это точно. Очень неожиданно было для меня. Блин, я оторвался реально по поклевкам, по щуке. В целом, давно у меня такой активной рыбалки не было. Прям, ну, скучать не пришлось. Да, вначале было время, когда думал уже ехать домой. Но потом все же фортуна улыбнулась мне, и пошли хорошие раздачи. Но на этом у меня все. Спасибо всем, что смотрели. И всем пока. До новых встреч.